Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас пятый день обучения VIP Advanced. Сегодня у нас тени сплошные целый день, и мне кажется, это будет даже сложнее и дольше, чем губы. Мы будем очень все воздушно делать, стараться, чтобы ошибки были минимальны, потому что на веках исправлять все крайне сложно и не нужно, надо, чтобы было идеально. Первый день век у нас был такой расслабленный, и мы все больше учились, смотрели, ну, работали с поправками. Сегодня я буду стараться вмешиваться минимально, чтобы мастера делали все сами максимально. Я даже, возможно, дам им совершить какие-то небольшие ошибки, чтобы они знали, как это бывает и как это исправить, когда они приедут домой и останутся одни. Модели совершенно у всех разные пожелания. Кто-то хочет огромные разноцветные тени, кто-то хочет вообще совсем малюсенький, невидный. А это значит сложнее работать, потому что надо прям вообще безошибочно. Площадь очень маленькая, и все должно быть идеально. Ну, будем сегодня много работать. Сложности были положить это все так, чтобы не было переходов, пятен, и чтобы не потерять форму, было тоже важно. Здесь мы исправляли, меняли по форме неравномерно прокрашенную межресничку. На одном глазу у нас было шрам. Да, небольшой дефект. Дефект, да, шрам. Вот он создавал сложность. В общем, все было легко. У нас тут большие глаза, но немножко опущенные вниз. Очень сложно рисовать эскиз на таких глазах, но вот Ярослава справилась. У нас будет очень такая нежная и воздушная работа. Коричневый, практически незаметный макияж. Как ты справилась с этим? Я справилась. И хорошо. Сложная была очень работа, да, но она справилась. Единственное, что вот тут небольшие синячки, но потому что очень близко расположены капилляры. Как ты справилась с такой работой сложной? Легким напылением и совершенно нежно работать. Я приду к вам. Да? Еще придете? Наш пятый день подходит к концу. Тут у нас очень большие тени. Ложатся, кстати, отлично. Она справляется очень хорошо. Там у нас страдающий клиент с межресничкой, которую невозможно доделать. Короче, день такой длинный и тяжелый для мастеров. Тяжелый? Нет? День длинный, но мастера справляются им хорошо. Они любят, тени любят делать все, потому что очень такая воздушная, фееричная работа, очень интересная и очень сложная на деле. Добиться легкости и воздушности может не каждый. Много интересного будет завтра. Всем спасибо за просмотр. Приходите, смотрите нас еще.